За границу вывозят 1600 операторов. На всю страну. Это очень много. На самом деле это реально много. Поэтому они все последние несколько лет, наращивая обороты продаж, работали себе в убыток. Они все демпинговали, так или иначе. Чтобы к ним пришли люди, они снижали цену, но долги-то растут. Они же никуда не деваются, это же снежный ком. И в какой-то момент приходит кто-то один, как в этом году это у нас были Оренбургские авиалинии, которые пришли и сказали: ребят, ну 1,5 миллиарда вы нам должны. А как такое могло случиться, что вы допустили долг в 1,5 миллиарда рублей? Всегда все операторы знают, 10 дней они должны оплатить. 1,5 миллиарда за 10 дней не накапливаются. Ну, тут еще история немножко мошенничества все-таки, видимо, есть. Понятно, там следствие докажет, потому что когда ушел с рынка авиаброкер, через которого эти билеты покупались, операторы-то платили, брокер не платил в авиакомпанию деньги.